Всем доброе время суток. Сегодня я расскажу о том, как пользоваться повар-директором, как замазать лицо, номерной знак, еще какой-то предмет, если он в клипе, видео будет мешать. Для этого нам надо зайти в повар-директор. Повар-директор 19, я уже зашел. И у меня уже есть кусок клипа. Вот он. Я в этом клипе хочу замазать этот номерной знак мотоцикла. Видите, тут видео постоянного движения. И для того, чтобы замазать, нам нужно включить специальную программу. В первую очередь нам надо нажать на сам клип, отрезать что кусок, который мы хотим обработать. Дальше нажимаем дополнительные функции левой кнопкой мыши. Редактировать видео. И нам нужно выбрать скорость видео. Так, вот у нас есть дорожка номер один. Нам нужно наставить вот этот квадратик на номер, номерной знак. Дальше нажать FX. И вот видите, появилось уже такое размытие. Это размытие мозаика. Ну, мы не хотим, чтобы у нас была мозаика. Мы хотим, чтобы было просто какое-то размытие. Вот уже более такое глубокое размытие. Регулируем этот квадратик, который мы хотим размыть. И вот наводим на этот объект. Дальше, для того, чтобы размытие было по номеру, несмотря на то, что постоянно камера двигается, нам нужно нажать на дорожку. Нажимаем на дорожку. И вот видите. Размытие идет по номеру. Оп, остановили. Так, теперь давайте промотаем, что у нас получилось. Значит, вот мы начали. Покрыто, видите, тут покрыто. Вот мы дошли до края. И опять вот номер открылся. Значит, нам нужно обрезать то место, где номер у нас закрыт. Вот здесь вот он, видите, закрывается. Вот тут есть кромки. Правой кнопки обрезаем. И нажимаем добавить дорожку. Добавим дорожку номер 2. Значит, мы остановились на месте, где видео обрывается. Оп. Вот здесь вот видео наше обрывается. Квадратиком наводим опять на номерной знак. Вот видите, тут уже убралась слева дорожка, ну, чтобы для верняка, нажимаем на левую кромку. Нажимаем опять FX. Размытие. И таким же макаром опять нажимаем дорожку и следим за нашим номерным знаком. Оп. Вот здесь вот мы закончили. Можно повторить. Для того, чтобы лучше видно было, мы растягиваем клип. Вот здесь вот мы прикрутили кадр. Нажимаем правой кнопки кромки. И вот здесь вот, видите, снова обрывается связь. Дальше мы опять попадаем на номер.
И вот здесь вот мы с этой позиции добавляем, где она у нас тут, вот здесь вот опять появляется номерной знак, добавляем новую дорожку, ставим квадратик, нажимаем FX, размытие, вставляем квадрат размытия, и снова нажимаем на дорожку. Ну, немного покосилась. Смотрим, что получилось. Немного дорожка покосилась. Значит, убираем, удалить дорожку. И начинаем по новой. Вот отсюда начинаем. Добавить дорожку. FX. Размытие. И нажимаем на отслеживание дорожки. Оп. Все, на этом закончилось. Обрезаем по кромке. Смотрим дальше клип. Дальше номеров нету. На этом все заканчивается. Нажимаем ОК. И смотрим, что у нас получилось. Видите, номер закрытый. Номера не видно. Ну, где-то открывается, там нужно будет подкорректировать это размытие. Ну, а так, в принципе, работа выполнена нормально. Дальше записываем результат и выводим в видео в эфир. На этом все. Если видео понравилось, большой палец вверх. Если видео было не полезным и не понравилось, палец вниз. Всего доброго. До новых встреч.